Всех приветствую на канале Банковский в нашем обзоре зарплатные карты от Уральского банка реконструкции и развития. Чтобы внести ясность, скажу, что зарплатными называют не какие-то специальные карты, да, особые там для зарплатных клиентов. Это может быть любая дебетовая карта Уральского банка на выбор, на ваш, да. Только вам нужно будет, соответственно, передать данные по этой карте после ее оформления вашему работодателю. Там в бухгалтерии все оформят. И после этого карта будет уже зарплатной, и вы, соответственно, получите дополнительные преференции от Уральского банка реконструкции и развития. О каких преференциях идет речь? Ну, во-первых, ежемесячное начисление на сумму на накопительном счете может доходить до 6,5%. Ну, забегая вперед, скажу, что вот эта вот цифра, она будет зависеть от типа карты выбранной и от того, какие у вас дополнительные тарифы подключены. То есть сразу 6,5 вам никто не выложит. Но все равно будет дополнительная надбавка, где-то там 0,3%, где 0,5%, именно на вот накопительный счет. Поэтому в любом случае делать вашу карту УБРИР зарплатной будет выгодно. Также льготная программа кредитования от 6,3%. 1% кэшбэк гарантированный на все покупки и повышенный кэшбэк по условиям карты. Тоже будет зависеть, какую вы карту выбрали. Там есть карты, где очень-очень много категорий, там 16 категорий. И в каждой категории, если вы выбираете, вы получаете повышенный кэшбэк. 0 рублей снятие наличных, платежи по QR-кодам и переводы по номеру телефона. То есть, действительно, у Уральского банка есть целый ряд карт выгодных. Чтобы там более подробно условия узнать, нужно делать обзоры на эти карты. То есть, часть карт, обзоры на часть карт вы можете посмотреть на нашем канале. То есть, полистайте, там вся вот необходимая информация по каждой из карт, она прям представлена в видео. Поэтому полистайте наш канал, не стесняйтесь, посмотрите эти ролики. Ну и, соответственно, здесь вот описано, я уже об этом сказал, как сделать обычную дебетовую карту Уральского банка реконструкции и развития, да, как ее превратить в зарплатную. Кстати, если у вас уже оформлена какая-то карта УБРИР, да, и она вас устраивает, то вы можете, в принципе, сделать ее зарплатной. То есть тоже без проблем. Так, кстати, когда вы переходите на другую работу тоже, вы просто передаете данные новому работодателю и точно так же получаете преференции. Ну, особенности зарплатных карт здесь, какие преимущества они дают. Ну, здесь это, я думаю, не надо озвучивать. Это понятно, что зарплатному клиенту, как говорится, везде зеленый свет. Пусть это и небольшие какие-то плюшечки, но они тоже, знаете, не лишние, на дороге не валяются. Поэтому, как бы, если вам нравится Уральский банк реконструкции и развития, его продукты, если вы хотели бы, допустим, чтобы какая-то из карт стала зарплатной, либо вы выбираете, какую карту оформить, то, пожалуйста, смотрите, я вот со своей стороны могу вам предложить обратить особое внимание на дебетовую карту «Пора». То есть, если вы оформите и потом сделаете ее зарплатной, там базовые бонусы по ней неплохие, а если вы их еще суммируете с бонусами зарплатного клиента, получится вообще здорово. Поэтому смотрите, изучайте вопрос более внимательно, выбирайте продукт Уральского банка реконструкции и развития, ну и уже, соответственно, пользуйтесь теми плюшками, которые дарит банк. В описании к данному ролику можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео и всего вам доброго.